Приветствую, дорогие подписчики. Сегодня у нас 18 сентября 2018 года. Небо затянуто облаками. Тепло 20 градусов. В лесу уже пахнет этой осенней прозрачностью. Но листва еще не совсем желтая. Местами стоят зеленые кустики деревья. Но все равно уже красиво появляется уже то, что характеризует осень. Конечно, прекрасная пора. Но сейчас безветрие такое. Иду по дорожкам, где бегают люди по утрам, по вечерам. На окрестности города. Это веселая поляна номер один. Дальше там веселая поляна номер два, где у нас все детство прошло. Приходили, брали картошки в карманы, сколько можно с дома. Разводили костер, пекли. Чудное время было. В карты играли. Потом забыл, как это прыгать друг на друга тоже. Не помню. Вот это поляна. Видите, за мной. Сейчас пойдем на поляну номер два. Изменилось то, что подросли кустики, деревья. Такая поляночка была, довольно чистая. Дальше там еще есть карьер, куда мы тоже уже пацаны бегали. Но это считалось уже приличное расстояние от дома. Как-то себя дисциплинировали, не особо далеко убегали. Родители волновались. Поэтому мы старались их особо не беспокоить. Как-то так. Ну, смешанный лес, дуб. Дальше там осина есть здесь. Тополь, клен, самый клен сейчас здесь. Сейчас там дальше березки будут. Дождя нет, поэтому и нет грибов. То, что там я делал репортаж с той стороны леса, там назвать это грибами нельзя, поэтому всего лишь картинка. Может быть, будут дожди, может быть, будут грибы. Но пока ничего этого нет. Сейчас дойдем до полянки. Так и называлась поляна веселая номер один, поляна веселая номер два. У нас все происходило. Уединялись. Уже никого почти нет живых. Еще кое-кто есть, конечно. Подъем в гору, дыхание. Ну вот, доходим. С этой поляны уже назвать поляны нельзя, потому что березы выросли тут такие. Сейчас и кустарником заросло. Ничего не осталось от веселой поляны номер два. Просто чисто лесные заросли. Пока тепло, хорошо. Сегодня ветра вообще нет, штиль. Вчера был ветер небольшой. Ну вот это поляна номер. Веселая поляна номер два, которая только что дорожка. Ну вот и закончим.